Значит, ни у кого в Сарапуле родственников нету, да? Сарапуле. Я знаю еще, блин, как надо правильно говорить. Ну, вспоминаем. Может, у кого жили эти родственники Сарапуле, блин, хреновые? Может, там дяди, тети? Может, бабушка у кого там какая-нибудь заболелась, ну, в смысле, живет? В Грудинов, думай! Может, кто проездом бывал в этом Сарапуле хреновом, а? Может, знает кто-нибудь вообще, где этот Сарапуль находится? Ну-ка, шаг из строя, кто знает? Нифига себе, уже полегче, и ты знаешь, что ли? Чё? А у тебя родственники не живут в Сарапуле? Никак нет. А ты точно уверен? Уверен. А я вот чувствую, что они у тебя там есть, блин. Почему? По кочану, блин, потому что посылка могла только от твоих родственников прийти. Это ж только они могли додуматься, блин, написать куда, но никому, блин. Так как они могут оказаться в Сарапуле? Вот этот вопрос меня сейчас и мучает. Разойтись всем.